тебя. Ну, пусть я не беременна. Мои надежды не оправдались. Карен? Ник! Эй, привет, как ты? Привет. Прости, я без стука решил тебя разбудить, но, похоже, опоздал. Не ты один. Что? Что? Что с тобой? Ничего, все чудно, а что? Иди сюда. Что? Что у тебя в выходные? А я не знаю, что. Тогда, может, съездим в Беркширс? Я заказал люкс в Элмкорт. О, я вспомнила. В эти выходные я занята, прости. Ладно, тогда, может, следующие? Давай через месяц. Еще месяц? Боже, да ты и вправду решила не спешить? Точно, так лучше. Отложим на месяц. Ладно, на месяц, как скажешь. Супер, это будет классно. Это очень странно. Почему Саймон выбрал тебя, а не кого-то другого, чтобы инсценировать его смерть? Какая разница, почему я? Важно, что в результате ты вернешь брата, где бы Саймон его ни прятал. А я стану героем. Вот о чем я думаю. А вот я думаю, что это подстава. Я знаю, ты хочешь быть героем, Джереми, но на самом деле ты тусовщик. Все поверили в твою амнезию, но ты не Джейсон Борн. Но я готов стать им для любимой. Ты зачем тут? Прости, я не хотел тебя напугать. Я просто иду к Трипу. Мы с твоим отцом завтра даем банкет в честь Биотоплива. Слушай, если я не кстати... О, здесь ты всегда не кстати. Ладно, Карен, ты еще злишься, детка? Я за то, что ты продал меня в день свадьбы? Нет, что ты. Брось, Карен, согласись, все к лучшему. Я получил полкомпании, а ты... У тебя ник. Эй, слушай, если ты себя оправдал, я рада, но не жди от меня того же. Ты, может быть, уже забыл, что сломал мне жизнь, но я не забуду. Пойми, Саймон, мне еще плохо. Я буду помнить о тебе каждый божий день до конца своей жизни. Я был тебе так дорог. Я? Ты была замужем 4 раза, но я так тебе дорог. Ты ведь ничего не скрываешь от меня, нет? Карен, нам пора к врагу. Мистер Элдер, вы... Здравствуйте, Летиция. Пошли. Ты в порядке? Да, жива. Идем скорее. Эй, милая, что на ужин? На ужин ничего. Я тут работаю над проповедью по первому посланию Коринфянам. Знаешь, любовь долготерпит, милосердствует. Любовь все... Скажи, а как твоя проповедь на официальном приеме? Ты ведь летал на прошлой неделе в Вашингтон, чтобы благословить прием Патрика, где было так много влиятельных людей. Что ты тогда говорил? Я начал с молитвы. Правда? А может, со слов «малышка, у тебя роскошный зад»? В чем проблема? В этом. Ты хочешь секса? Такое меня не возбуждает. Он был в твоем чемодане. Откуда он там? Я был... Знаешь что? Это не важно. Уходи и забирай его с собой. Убирайся отсюда. Вон. Постой, ты не можешь выгнать меня из моего дома? Вот как? Я уже все решила с твоей матерью, так что прости. Эй, Мария! Упакуй мистеру Дарлингу все презервативы. Он съезжает. Приемная доктора Симмонса. Когда захочешь есть, я закажу тебе ужин. Из артизанал. Куропатку.
Все, что я могу сейчас захотеть, это очень сухой тройной мартини. И машину времени, чтобы вернуться назад и остановить этот кошмар еще до начала. Ты все верно решила. Карен Дарлинг, доктор ждет вас. Завтра соберется довольно солидная публика. Портовые власти, комитет по контролю. А пресса? Все журналисты, которые раньше были против биотоплива, пересмотрели свои позиции. Что ж, похоже, у нас все готово, господа. Да, почти. Почти? Есть проблема? Соглашение о партнерстве между вами заключено, но мы все еще ждем твоей подписи на передаче патента на биотопливо Darling Enterprises. О, да-да-да, моя недоработка, так что готовь документник, и я с радостью подпишу. Ладно, сегодня же. Чудно. Трип, я рад, что мы компаньоны, несмотря на плохое начало. Ник. Саймон. Пока. Еще увидимся. Ну что? Мистер Элдер готов поделиться с нами сотнями сотен миллионов долларов. По-моему, в данных обстоятельствах он просто необычайно уступчив. Да, я согласен. Может быть, стоит выяснить, почему. Да. Тук-тук. Конгрессмен? Уотли, прошу, а я и не знал, что вы в Нью-Йорке. Да, жена с детьми здесь на пару дней. Дежурный шопинг поддерживает нашу экономику. Сенатор, я хотел бы извиниться перед вами за наш последний разговор. Просто я не так понял ваш интерес. Это ничего, все бывает. Надеюсь, вы воспримете мою попытку всего лишь как комплимент. Ведь так все и было. Спасибо. В общем, если вы не против, я буду рад с вами поужинать. Конгрессмен, я уже сказал вам, что я не... И обсудить топливный проект Darling Enterprises, сенатор. Вам нужна поддержка энергокомитета, верно? Нет. Нет? Да-да, то есть нужна. Да. И мы оценим вашу поддержку, конгрессмен. Оценим. Рад. Ладно, я выберу время, и секретарша позвонит вам, конгрессмен. Буду ждать. Ты точно в порядке? Да, точно, просто грустно. Что пошло не так? Ничего, просто я не смогла. Ой, мам, ну давай, может, обойдемся без драмы. О, конечно, да, детка. Когда это я устраивала драмы? Да мы приедем домой и нальем ванну и придумаем, как быть. Я просто... Да я в ужасе, что Саймон станет частью всей моей жизни. Ну, не станет, детка. Мам. Обещаю. Спасибо. Все будет хорошо. О, боже. Ну и льет. Да, не лучший день для аборта. Да, детка. Иду. Боже. Сказал же, иду. Брайан. А ты не скрываешь радость при встрече. Куда-то собрался? Сюда. Стой, 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 минуту. Поздно, я вошел. Я знаю, у тебя есть комната и уже не от жены. Счастливчик. Так что случилось? Андрея выгнала. Она узнала обо мне и Мэйлинг. Но ты не спал с Мэйлинг. Да, я знаю. Она нашла презерватив в чемодане. Брайан, ты должен ей все объяснить. Вот ирония, а? Я поехал туда переспать,
с бывшей женой. Секса не было. Но меня поймали. Что ты делаешь? Ведь здесь есть еще спальня в этой квартирке, да? Да, комната Кики, и она там спит. Ладно, тогда потеснись. Брайан, да очнись ты, это же Нью-Йорк. Здесь сотни отелей, многие из которых ваши. А моя репутация, болван. Я не только Дарвин, но и священник. Я въеду в отель, и это тут же будет в хронике. Я прошу, выручи сводного брата. Ладно, живи. Приглашение на ужин? Что в этом настолько плохого? Это свидание, пап, двух мужчин. Ты же ясно ему сказал, так? Ты заявил о своей ориентации или нет? Да, но он не из тех, кто принимает отказ. Черт! Черт! Прости, я просто нервничаю. Не нервничай. Ведь должен быть иной способ протащить проект. У нас есть еще связи в Вашингтоне, так? Конечно, есть. Но сейчас член Палатуо для нас самый видный, самый страстный и ярый критик. Если бы его голос, если бы он поддержал нас на завтрашнем банкете, это было бы бесценно. А если он напьется и начнет клеиться ко мне, тогда что? Брось, Патрик, в полном-то ресторане. Постарайся, Патрик, прошу. Моя машина взорвалась, а я стоял в 6 метрах. Да, да, всякое бывает. Но раз мой частный детектив нашел боевую С-4 среди останков моего охранника, старая теория «все бывает» уже никак не прокатывает. Нет, я не обвиняю тебя, я просто задал вопрос. Ладно, ладно, ладно. Раз ты здесь ни при чем, прости. Прости. Я сказал... Проблемы? Кто это? Не бери в голову. Что ты тут делаешь? Вопрос в том, что делаешь ты с Джереми? Он изложил тебе план. Ну, все очень просто, очень. Он хочет быть твоим рыцарем. Тебе нужен брат, а я хочу красиво уйти со сцены. Есть возможность взаимной выгоды. Я знаю тебя, Саймон. Ты ищешь выгоды лишь для самого себя. Найди другого для своего красивого ухода. Нет, Нола. Признаю, Джереми не лучший кандидат для такого проекта, но все осложнилось. Я не могу доверять своим, а Джереми отнесся к твоей проблеме очень серьезно, мягко говоря. Нет, он то, что надо. Если у тебя нет другого. Ну ты подлец. Так твой план заключается в этом, да? Привлечь Джереми, чтобы втянуть в это меня? Это звучит как согласие. Скажи, где мой брат, прямо сейчас, и я все сделаю. Да? Ладно, Нола... Слушай, когда о моей смерти сообщит закрытая страница сайта «Нью-Йорк Таймс», файл на этом диске откроется, и ты узнаешь, где твой брат. Не раньше. Ясно. Отлично. Вот схема моего здания. Это... Иди сюда. Ладно. Все должно произойти завтра после запуска моего биотоплива. К полуночи ты вернешь своего брата, а я буду для всех окружающих мертв. Нола Лайонс. Ник Джордж. Что ты делала у Саймона Элдера? Я здесь потому, что хотела убедиться, что все готово к завтрашнему приему. И заверить Саймона, что Патрик поддерживает его биотопливо. Ты ехала через весь город, чтобы сообщить лично. Вот так рвение. Что поделаешь, работа обязывает. Тебе ли этого не знать?
Извини. Так, где подписать? Здесь. Здесь и здесь. Ого. 10 лет трудов начинают окупаться. И плевать, что я делю прибыль с Трипом Дарлингом. Мир стал лучше, и я удовлетворен. Ты ведь тоже? О чем ты? Если не ошибаюсь, тебя есть с чем поздравить. Можно бы выкурить сигару, но ты ведь не из тех, кто курит сигары. Я что-то не понял. Карен не сказал? Не сказала что? Знаешь, пусть сама скажет. Меньше всего хочу испортить сюрприз. Карен, вылезай. Мария испекла пирожные с шоколадной начинкой, твои любимые. Вылезай. Что мне делать? Ну, ты хочешь ребенка? Ребенка? Этого? То есть... Боже, мам, Ник и я, у нас наконец-то что-то хорошее, и вдруг я беременна от сумасшедшего бывшего парня. Нет, я не хочу этого ребенка. Значит, ты хочешь? Нет, нет, это тоже не вариант, ведь... О, вдруг это последний шанс. Ну, тогда не знаю. У тебя очень ограниченный выбор. Тебе остается страдать в любом случае. И что ты решила? Не знаю. Честное слово, не знаю. Богатство не слишком защищает, верно? Нет, детка, не защищает. Нисколько. Прошу. Да, конечно. Патрик. Чарльз. Я очень рад, что вы пришли. А вы, наверное... Это моя жена, Дана, а это Патрик. Я столько о вас слышала. Вы моего Чарльза просто покорили. Очень рад знакомству. Прошу, садитесь. Наши дети в отеле с няней смотрят кино. Я и здесь. Вот... Надеюсь, не мешаю. Ну что вы, наоборот. В чем дело? Ты ходила к нему? Я не дам погубить тебя. Я постою за себя. Не постоишь. Саймон посвятил меня в план. Разбитое стекло окна в подвале. Шифр, чтобы вывести из строя камеры наблюдения. По-моему, он заявит в полицию. Он подставляет тебя. Ладно. Пусть это ловушка. Только почему ты должна попасть в нее вместо меня? А, я ориентируюсь в здании лучше тебя. Пусть. Б. Там меня знают. Если поймают, я смогу объясниться. Это так. И В. Я так решила. Ясно? Я лишилась отца из-за Саймона. Почти лишилась брата. Я не хочу терять тебя тоже. Спасибо. Да, спасибо. Производство этого топлива безопасно, Чарльз. Изучение воздействия на среду. Что, Патрик, что? Экологические исследования, на которые вы ориентируетесь, не совсем полноценны. Не объективны. А точка вспышки? Да, точка вспышки. Что с ней? Есть способ поднять... температуру возгорания. Да, можно поднять, Пат. Если что-то пойдет не так, пожар вспыхнет мгновенно. А мне не хотелось бы видеть бушующее пламя вблизи Манхэттена. Да, пожар вблизи – это проблема. Бум. Чарльз, мои родители... устраивают банкет у себя дома завтра для инвесторов и партнеров. Мы приглашаем вас к нам. Ну, может, мы и придем. А, это Джек. Джек! Я сейчас приду. Сейчас. Хорошо. Чёрт, как я... Давно не виделись. Что вы делаете? Я делаю подарок, глупый. Трусики?
Что мне с ними делать? Прошу. Спасибо, Хана. Лучший бифштекс в городе, я прав? Да, да. Милая, я скажу, чтобы подавали машину. Ладно. Сейчас. Ну что ж. Вы хотите что-то сказать мне? Мой муж не спит со мной уже 10 лет. Дана, погодите. Да? Поймите, я не могу. Хоть мне сейчас очень хочется. Поцелуй меня на ночь. Это была ошибка. Лучшая за много лет. Он идет. Милая, нам с тобой пора в гнездышко. Не забудьте завтра у моих родителей. Счастливо. Ну что ж, дорогая, я немного устал. Я привет. Привет. Я не заметила. Что, я здесь? Твое сообщение. Прости, что не звонила. Был жуткий день. Ясно. Поговорим? О чем? О новостях. Саймон поздравил меня, говорил о сюрпризе, сигарах, но... Раз я не понял, о чем речь, решил, ты мне объяснишь. Я беременна. Ясно. И ты... Ты сказала ему, что он мой? Это нет, невозможно. Нет, я ему ничего секса. Не говорила. Так что же он угадал? Я не знаю. Поверь, ему бы я точно не сказала. Потому что он его? Ребенок Саймона? Да. Почему ты не сказала мне? Ты решила, что эта информация для меня не важна? Прости, я сейчас немного расстроена. И, между прочим, в основном из-за нас. Ты готов быть со мной? Да, но... я знаю, милый. Это нелегко. И я знаю, что... Не так надо начинать. Но у нас никогда не выходило по плану. Да? Я так долго ждала, Ник, ты знаешь, я так ждала. Я тоже, Карен. Я люблю тебя. Вот почему я не говорила. Мне сейчас очень многое надо уложить в голове. Прости, если я не смогу сразу же сказать «да». Ладно. Но ты скажешь это когда-нибудь? Я не знаю. Прости. Но я не знаю. Ты даешь нам силу и утешение, когда Брайан. Душой скорбим. Брайан! Что? Вытащи эти штуки! Я умоляю! Что тебе надо? Я же работаю. Я слушаю эти песни весь вечер. С меня довольно. Это помогает сосредоточиться. Я работаю над проповедью. Хочешь послушать? Она о любви. Любовь не ищет своего... Любовь... Что это такое? Это кофе. Твой дерьмовый кофе. Да, а на вкус хлорка. Я вымыл кофеварку хлоркой. Она была грязной. Здесь же свинарник. Да, ну прости, что у меня нет полного штата прислуги, как ты привык дома, Брайан. Стоило подумать об этом до въезда. А тебе стоило бы нанять кого-нибудь. Порядок, главное. Слушай. Ник. Что? Ты поговоришь с ней? Прошу. Ладно, да, но... Спасибо. Порой жизнь преподносит сюрпризы и предлагает то, чего мы не ждем. Thank you.
Партнерство с Трипом Дарлингом и Дарлинг Энтерпрайзес стали для меня таким сюрпризом. Мы оба благодарны, что вы пришли сегодня отпраздновать запуск проекта MPG-5000. Биотопливо 21 века, которое с помощью дальновидных друзей здесь и в Вашингтоне, разумеется, будет готово к производству в конце года. За MPG-5000 топливо будущего! Джереми. Привет. Ник, да? Да. Скажи, что ты знаешь о Саймоне Элдере и Ноле Лайонс? Нола работает у Патрика, Саймон – партнер отца. Ты уверен, что она не связана с Саймоном какими-то другими отношениями? Не знаю. Я не помню. У меня амнезия. Брось, Джереми. Что? У тебя ведь нет амнезии. Сам брось. Есть, я забыл все. Не будем об этом, идет? Скажи мне правду, что связывает Нолу и Саймона? Ладно, они оба поклонники клуба Опры. Больше я не знаю ничего. Спасибо, Джереми. Да, разумеется. Конгрессмен, мисс Уотли, я рад, что вы решили прийти. Мы тоже рады. Скучал по мне. О, конгрессмен. Привет, Трип. Здравствуйте. Я очень рад, что мой сын уговорил вас прийти к нам. Рад поддержать. Время решает все. Если уделите минуту, я представлю моего компаньона Саймона Элдера. Конечно, конечно. Вы не займете мою жену? Постараюсь. Вернусь очень скоро. Жду. Эй, вот моя любимица. Привет. Как дела? Ты знаешь, что он у меня, да? Конечно, он отец моего сына, я должна знать, где он. Ты прости его. Ни за что на свете. Андрей, а это ничего не было у Ник с Мэйлинг, клянусь. Это не важно, Ник. Но я не могу с ним жить. Однако придется. Потому что пока Брайан не повзрослеет и не поймет, что в отношениях нельзя метаться туда-сюда, то спасая, то предавая кого-то, что семья предполагает постоянное присутствие и постоянную верность. Я его не приму. Андреа, я... Ладно, пусть он съедет в отель, и мне плевать на прессу. Ник, он сразу мог ехать в отель, пресса ни при чем. Ты не понял? Из всех мест мира, куда он мог уйти, и из всех людей, он выбрал тебя. Да, повезло. Он твой брат. Разберись. Шикарная вечеринка. Так и тянет оттянуться по полной. Только не надо дарить мне трусы здесь. Я бы не смогла. На мне их нет. Отель Аргайл, номер 909. Я буду тебя ждать. Открывай дверь и смело входи. Скотч, лучшие 18 лет. У меня все есть, спасибо. О, да, а что это? Имбирный эль. Интересно. Да, я боюсь напиться и сделать глупость. Вдруг я убью тебя. Прости. Так сколько уже? 6 недель? О, как расстались? Я не знаю, если честно, не считала. Каков срок нашей беременности? Идем. Как ты узнал? Я не знаю. Не был уверен до твоих слов. Я понял, что ребенок не Ника по его реакции. А что ты думала, что родишь ребенка, а я о нем не узнаю? Саймон, ты разбил мне сердце. Оставь меня в покое. Вряд ли. Все изменилось. Ты носишь моего ребенка и пыталась скрыть от меня. Это меняет все. Да я тебя близко к нему не подпущу, Саймон. Увы, детка,
Это решать не тебе. Куда бы ты ни поехала, что бы ни делала, клянусь, я буду участвовать в жизни ребенка. И ни ты, ни твоя семья не помешают мне. Никак. Где Нола? Не волнуйся, она будет у тебя в 11. Ты умрешь, не бойся. Изменился план. Что, надо только ранить? Я решил не умирать. Джереми, хотя бы пока. Все отменяется, скажи ей. Постой, ты же хочешь слинять? Нечто важное произошло, и мне нужно остаться. Что? О, не волнуйся, ты скоро все узнаешь. Эй, за слияние и непредвиденные обстоятельства, и за твою семью. И за мою. Эй, говорил с Андреа, что она? Скучает по мне? Не совсем. Боже. Ну и стерва. Она не стерва, Брайан. Просто ты сделал ей больно и утратил ее доверие. Слушай, ты как-никак все-таки лицо духовное. Можно тебе исповедаться? Попробуй, посмотрим. Идем. Карен беременна. Вот черт. Это точно. От тебя? Нет. А от кого? Треть списка Форбса можно заподозрить, верно? Саймон Элдер. О боже, нет. И Брайан. Она хочет, чтобы я был с ней. И растил его дьяволенка? Да, вроде того. Ну, я помню, как в самолете, когда мы чуть не рухнули, ты сказал ей, что она твоя единственная любовь. Я думал, мы умрем, Брайан. Но это правда? Да, правда. Знаешь, что в Библии сказано? Что? Любовь терпит. Любовь милосердствует. Любовь все переносит. Все переносит. Или хотя бы пытается. Встретимся дома. Мамасита, есть новости? Какие? Все отменяется. Я только что от Саймона. Он как Скрудж на Рождество, полон жизни. Что он сказал тебе? Он все отменил. Ни взломов, ни похищений, ни убийств. Все. Пошли ко мне отпраздновать. Стой, стой. Мне это не нравится. Но... Мой брат. Это единственный шанс вернуть его. Саймон отменил план, а я нет. Ладно. Я иду с тобой. Исключено. Не спорь. Ник лезет с вопросами, а Саймон псих. Я не пущу тебя туда одну. Возможно, ты Лара Крофт, но я твой Терри Шеридан. Кто? Конгрессмен? Сенатор, отличный прием. Спасибо. Можно... Не волнуйтесь, Патрик. Если вы насчет биотоплива, не бойтесь, я буду за. Да. Я знаю, мы все очень благодарны вам за это, но раз мы теперь на одной стороне, то мне... Я не знаю, как начать. Эй, говорите прямо. Речь о вашей жене. Что с моей женой? Вчера вечером за ужином... Она поцеловала меня, это было невинно, и я, конечно же, я остановил ее сразу, но хотел вам... Простите. Я серьезно? Я не хочу новых проблем? Нет, я сенатор, я знаю, вы серьезно, но поверьте мне, это не проблема. Что это значит?
Мы с Даной любим друг друга. Да, мы партнеры во всех аспектах жизни, кроме одного. Поэтому у нас соглашение. Если мы встречаем мужчину, который нравится нам обоим, мы надеемся понравиться ему. Вы, очевидно, не для меня. И мы с Даной поговорили и решили... Что вы что, хотите, чтобы я спал с вашей женой? Она дала вам ключ от номера, так? Так? Да. Так идите, сенатор. Потому что я точно... ночевать там не буду. Карен. Чего тебе? Чего? Чего? Эй, что? Что с тобой? Что такое? Саймон знает, что ребенок его, и он не оставит меня в покое. Он хочет общаться с ним, что бы ни было, а я не знаю, чего я хочу. Карен, успокойся, пожалуйста. Ты можешь Ник, выслушать? Ник, это не твое дело, ты сам сказал. А еще я сказал, что люблю тебя. Люблю и хочу помочь. Так позволь помочь тебе. Я все улажу. Что ты сделаешь? Я пойду к Саймону и скажу ему, что ради его же блага лучше ему к тебе не лезть. Идет? Неверный пароль. Не могу подобрать пароль. Лебедь не подошел. Попробую ювелир. Я взяла тебя с собой не для смеха. Мне надо открыть видеофайл с моим братом, чтобы узнать, где он и... Джереми, прячься. Что ты здесь делаешь? Твой идиот-друг ничего не сказал тебе? Мой младший брат, где он? Ладно, ты ошиблась, придя сюда. Сильно ошиблась. Как ты теперь? Проклятие. Ты очнулся? Рада, что я тут? Да. Ищи этот чертов пароль. Поспешите. Мои люди будут здесь в любую минуту. Ты дал своим выходной, помнишь? Или не дал? А? Я же говорила, это подстава. Эй, Джереми, слушай. Если ты развяжешь меня, обещаю, я не убью ее. И мальчика. Еще есть надежда. Нола! Дно ящика двойное. Я нашел. Я нашел его пароль. Привет. Дана? Эй. Дана, я очень много пережил в последнее время. Я недавно потерял жену, как ты знаешь, и другую, с кем я был счастлив. Очень близок и... Да, я знаю, я пришел сюда, но я просто не знаю, готов ли я ко всему этому. Ничего не надо объяснять мне, Патрик. Спасибо. Это просто секс. Скорее, скорее.
Скорее надо уйти отсюда до прихода его Гарри. Грузится. Знаешь, для миллионера твой интернет имеет не ту скорость. Загрузился, получается. О боже, Джастин, Джастин! Это он. Эй. Привет, Нола, сестренка, это ты? Да. Эй, все хорошо? О боже, о боже! Что там случилось, Саймон? Я не знаю, должно быть, куда ты торопился. Где он? Говори, где он? Сейчас же! Где он, черт возьми? Клянусь богом, я убью тебя. О боже, боже, это плохо, это плохо. Ник. Что здесь происходит?